Всем привет, ребята, и с вами снова я, Ева, и в сегодняшнем видео вы видите двух людей, которые связаны со мной. Всем привет. Это всем привет. Гера, мой парень, а это Марк. Ее бывший парень. Да, это очень странно звучит, но это факт. Как мы с ним общаемся вообще еще? Я в шоке, что я здесь забыл. Бывшие парни не общаются обычно. Они с бывшими становятся хорошими друзьями. В общем, в сегодняшнем видео я буду узнавать, кто лучше меня знает, мой настоящий парень или мой бывший парень. Или никто. Конечно, я лучше знаю, но что, какие вопросы? Ну, посмотрим. Откуда Марк там вообще может что-то знать? Ну, а перед началом... Он вообще в Одессе сидел. Ну, Кир, ну, пожалуйста. Ну, а перед началом этого видео не забывай подписываться на мой канал, потому что у нас совсем скоро 1 миллион, и вы сейчас активно на меня подписываетесь, и мне это безумно приятно, я вообще в шоке, что на меня так подписываются, мне безумно это приятно. Ты же активно снимаешь. Я вас очень сильно люблю, конечно, я же стараюсь для своих любимых единорожек. Вообще, смотрите, первый вопрос, он очень легкий. Да. И вы оба знаете ответ. Как мы будем отвечать, типа, ну, подряд или... Или на раз, два, три. На раз, два, три. Давай, на раз, два, три, окей. Мои любимые суши-роллы. Раз... Два, три. Филадельфия. Вы оба угадали. Вы оба молодцы. Один-один, да? Один-один, да. Супер. Вы знаете, в этом плане. Фу, блин, я сначала хотел сказать Калифорния, если честно. Я такой путаю, так, Калифорния, Филадельфия, так какие там есть? А, с рыбой, как они называются? С рыбой и с мягким сыром. Да, сливочные. Моя самая любимая игра. Ну, не обязательно на компьютере, там, может быть, на приставке, может быть, еще где-то. Ну, короче, везде, где только можно. Раз, два, три. GTA. GTA, да. Серьезно, GTA? Блин. Yes! Я думал, настольный. Нет, я же говорю, на компьютере. Да, 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 ну, в любом. Ничего, Марк. Самый лучший, по моему мнению, торговый центр. В Москве? Подожди, в Москве. Да, да, в Москве. В Москве, вот, из которых вы знаете. Смотрите, есть Охотный ряд, есть Авиапарк, есть Вегас, есть Метрополис, есть Афимолл, есть Океания, вот из этих вот. Окей. Давайте. Раз, два, три. Вегас. Метрополис. Метрополис. Серьезно? Да. Метрополис? Фу, вообще не люблю Метрополис. Ты чего, очень крутой торговый центр. Да, мой тоже любимый Метрополис. Хорошо, все, любите Метрополис, давайте. Какой там счет? 3-1. 3-1? Да. А разве вы забыли? 3-1. 3-1. 3-1. Пипец, ты так изменилась за полгода. Какой Метрополис? Вегас, там прям фоточка. Вот когда я с тобой встречался. Вот тогда Вегас. Охотный ряд. Следующий опрос, вопрос, слово. Да я все уже, все победитель по жизни. Сколько у меня татуировок? В общем, даже всякие там... Да. Можете сейчас подумать, я даю вам время подумать про себя. Не подсказывать друг другу. Я когда только к тебе приехал в Москву, ты мне сказала, сколько у тебя татуировок. Так. Блин, типа две цифры в голове, не понимаю. Сколько... Тоже две, кстати. Ну вспомни, я с тобой половину набивала. А со мной только одну. Ну, мне кажется, одна цифра, но, скорее всего, другая. Я сама не помню, если честно. Я започитаю сама. Сейчас я все, вот столько, да. Давайте. Раз, два, три. Семь. Нет. Пять. Восемь. А почему? Смотри. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На спине восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, смотри, молчи, я сама посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь татух. Нет, восемь. Да семь. Да ты только что посчитала семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь большая. Нет, да. Восемь. Так где восемь? Где-то еще одна была. Так, забыла. Раздевайся, мы посмотрим, короче. Ладно, короче, вы выиграли, ладно. Ура, 4-2. 4-2. Следующий вопрос, это вопрос про косметику. Я и тебе говорила про это, и тебе говорила про это. Тебе, кстати, говорила совсем недавно. Тебе повезло, ну, конечно, когда недавно. Мы были в Америке, в Сефоре, я это сказала тебе. Вот сейчас проверяю, как Гера меня слушает. Моя любимая фирма косметики. Мне еще Маша такую привезла. Я прям постоянно прихожу в какой-то магазин косметики и вижу стенд и такая: ой, это самая лучшая косметика постоянно. Я знаю, да. Марк, скорее всего, не вспомнишь такую косметику. Я перечисляю все виды косметики, которые я знаю, и пытаюсь подобрать какая. Там не какой-то супер популярный бренд. Ну, такой. Ну, типа, это не Мак. Давайте. Все, да? Ну, давай, выбери какой-то. Пусть будет Чупа-Чупс.
Но я заранее скажу, он все равно неправильно. Two-faced. Да, Two-faced. А, я даже не знаю такого, поэтому я бы не угадал. Это вообще 5-2, для меня да. Это самая крутая казуистика. Да. Вопрос, который вы тоже оба знаете ответ, вам нужно просто вспомнить, подумать, да, потому давай. Что я об этом... Ну только подсказки не давай. Да-да-да. Сколько по времени я крашусь? В голове все? Просто по-разному. Нет, вот именно не торопясь, не спеша, вот ну, сколько я обычно ну, времени беру себе. Ну давай. Ну, у меня вот два варианта. Ну давай один вариант, насчет три. Раз, два, три. Два часа. Два часа ты много взял. Полтора, час. Да? А, час? Час? Конечно, я везде так, говорила, что час. Я крашусь часом, мы еще с Машей спорили, кто дольше. Час? Мне казалось, ты быстрее красишься. Не, ну понятно, я могу за 15... Мне казалось, два часа. Не, понятно, могу за 15 минут накраситься, но как бы я имею в виду, чтобы именно не спеша, чтобы я там могла сделать все, что мне нравится. Не спеша, можно и три. Это да, это я согласна, у меня такое было. Ладно, тут никто. Ну тут никто, да, 5-2 остается. 5-2. Мой любимый стиль в танце. Есть хип-хоп, есть хаус, есть вок, есть джаз-фанк, контемп. Я не знаю, их много, но просто это вот самые, которые я могу танцевать. И есть вот тот, который я выучила. Я вам скажу, что в этом стиле мне проще его танцевать, потому что я в этом стиле всю жизнь танцевала. Не дало, я в этом стиле начинала. Ночевала в этом стиле. Нет, я начинала танцевать. Ты вот сейчас название такое сказала, я вот не могу даже его проговорить. Вок, контемп, хип-хоп, хаус, джаз-фанк. Ну окей, давай. Раз, два, три. Хип-хоп. Хип-хоп. Блин, так и думал! Ну, я же везде говорила, что у меня база хип-хопа, что я всегда да, хип-хопом конечно. Занималась. Я что-то вообще... Алла Духова. Как я давно не общался с Евой. Я вообще все забыл. 6-2. Да я все, знаешь, я после расставания Одесса, я всю, Одесса, я всю ненужную информацию, так знаешь, как в корзину, но из корзины, в принципе, не удалили. Теперь вот ты ненужную информацию. Прости, я имею в виду все, что уже, ну, как бы... Нет, все, поэтому я и не с тобой. Я думаю, не только поэтому. Очень тоже интересный вопрос, потому что я постоянно про это говорю, что Ева Миллер без этого не Ева Миллер. Вообще, моя незаменимая вещь в макияже. То есть, если вот мой макияж без этой вещи, то я не могу вообще выйти на улицу. Так у тебя нету сейчас этой вещи. Есть. Есть? Не, не знаю. Я типа просто обожаю этот продукт, и я постоянно его... А, это продукт. Вся косметика это продукт. А, я думал, как... да. Ну, конкретная вещь, как тональник, да, как... Да, конкретная. Ну, это вот что-то вещь. Из... Угу. Да. Хайлайтер? Именно прям вот без которой я, ну, типа, вообще не могу. Давайте. Раз, два, три. Хайлайтер. Хайлайтер, конечно. Хайлайтер. Вау, 6-3. Ну, потому что я всегда говорила, что, блин, мне даже все вот мои друзья говорили, что я в Эмилии без хайлайтера, это не я. Я не понимаю, в чем прикол хайлайтера. Вот в смысле, так, все девочки помешаны на хайлайтере, это как будто просто, типа, блестит лицо, как будто ты вспотела. Ну, не, на фотках она вроде красивая. Вообще никак не вспотела, вообще никак красиво выглядит. Ну, то, что у тебя тут блестит нос, и вот тут. И вот тут. И тут. Ну. Это же красиво выглядит. Я вообще не могу без этого. Ну, то есть я если крашусь, и если на мне там тон и все матовое, я такая... Я помню Еву еще вот из самых таких, видишь, хайлайтер, он вот навсегда. Ну да, потому что я раньше вообще... Ты узнал более новый, а я вот прям еще ту олд скул, так сказать. Я прям фигачилась хайлайтером очень раньше много, и вот помады вот все матовые, это вообще, да. Интересный тоже вопрос. Это началось все, когда я была с Марком, и до сих пор, когда я с Герой. Да. Как давно я ношу длинные ногти? Что значит, да. Как давно? С какого возраста или с какого месяца? Что ну, примерно в какой период это все? Прям лето или осень, или весна, или зима? Окей, ну давай. Время, давай, давайте, время года. Сначала время года, а потом год. Давай. Не, давайте скажите, можете по очереди, на самом деле. Это ничего не изменится. Хорошо. Осень 2017. Осень 2017. Это когда в дом переехали. Вот. Вы когда еще с Геннадь поехали делать ногти, по-моему, ну, тогда. Ну да, там. Поугадали. Да. Осень 7-4. Неплохо. Мое и любимое число. Я везде об этом говорила. Вообще везде, везде, везде. И тебе опять недавно говорила. Это мое любимое число. Я просто обожаю эту цифру. А какого оно цвета тогда? На ваше первое видео. Фиолетовое. А, да, у тебя там циферблат цветной. Если что, если кто не знал, у них цифры в голове цветные. Но это так. Да, я даже оставлю ссылку на это видео. Это называется синестезия. Я вообще ноль. Я без понятия вообще, какая цифра. Твое любимое число. Ну, я назову, конечно, но... Я тоже, ладно. Я скажу, что там одно. Ну да, да, там одно, я знаю, что там одно. Ну давай, давай. Раз, два, три, девять.
Нет, вы что, дураки? 8? Конечно, 8. Я тоже 8 сначала думала. Она мне прям фиолетовая, ну, не, ну, может, девятка? Хотя девятка с фиолетовым не очень. Но вообще... что тебе нравится девятка. Не говорила, это вообще я ненавижу девятку. Я 8 люблю. Ну, остается счет, да, какой там был? 7-4. Это Марк тоже знает, потому что это было в доме у нас всегда вот эта тема. И Гера это тоже знает, потому что Гера тут тоже. Какая моя самая нелюбимая вещь в уборке? Я вот прям ненавижу это делать, я говорю, я могу делать все, что угодно, кроме этого. Раз, два, три. Мыть посуду. Помыть посуду. Да, ненавижу мыть посуду. 8-5. Как ты вспомнил, Гер, я вообще удивлена. В смысле, я помню, у нас просто гора всегда посуды. Офигел, что ли? Я просто посмотрел, что у нас, где у нас грязно, ну, по сути, только на кухне. На кухне вообще, кстати, не грязно. Это странно. Я шучу. В общем, я об этом говорила Гере буквально позавчера. За что я могла платить Марку? Ну, очевидно вообще. Не, ну, понятно, реально. Да. Раз, два, три. За монтаж. 9, 6. Некоторые ролики смонтированы Марком Макаровым. Но это ролик один или два. Один всего. Один раз ты мне заплатила, потому что. Один раз я тебе заплатила. Все остальные разы я бесплатно монтировал. Деньги. А, потом я просто начала с тобой встречаться, и как бы, ну, уже бесплатно. Не, это просто, это было вот так. Я сижу, мне нужно выставить срочное видео. Я такая, уже сижу, не могу это монтировать, мне уже. Это было в Белом доме, я помню. Да, я такая говорю: Марк, слушай, можешь смонтировать? Че, Ев, Милень, я тебе 1000 рублей скину. Да, конечно. А там нужно было буквы расставить, ну, типа, текст и все, и музыка что-то. Следующий интересненький вопрос. Я не знаю, знаете ли вы оба, скорее всего, оба не знаете. Мои любимые цветы. Ты дарил цветы когда-то? Я нет. Сегодня дарил. Нет. Какие? На свидание с Декстером, розовые розы. Перечисли несколько вариантов цветов, потому что я цветы не знаю. Я сам не знаю. Смотрите, мне только розы и тюльпаны. Розы, тюльпаны. Хризантемы. Лилии и пионы, вот из этих четырех. Ну давай, раз, два, три. Пионы. Пионы. Как ты знаешь? Ты не знаешь, я не знаю, даже как пионы, я не знаю, как пионы вы. Ну, короче, тебе просто повезло. 10-6. Просто повезло. 10-6. И последний вопрос, который я еще не придумал. Когда у тебя день рождения? Последний вопрос, когда у меня день рождения? Потому что Марк напомнил, а Гир такой: ой. Гир, я сам не помню. Гир, ты офигел, мы с тобой видео недавно это обсуждали. А, ты не знаешь? Так. Гер, я реально, я на тебя обижусь очень сильно. Да почему, да не обижайся только. Это смотри, что, Гер, надо, Гер, я тоже не помню, давай друг другу, типа, очки, типа, дадим. Нет, нет, я сейчас вспомню. Ты знаешь, мы праздновали день рождения Евы. Не надо сейчас говорить! Сейчас кто-то расстанется. Ева близнец. Давай, давай, давай. Нет, давай, сейчас три. Раз, два, три. 2 июня! Да, правильно. Чуть не сгорел. Пронесло, друг. Чуть не сгорел. А что по очкам? 11-7. Ну, конечно, Гера побить. 7? Что-то много. Это бывший парень. Ну, как для бывшего, вообще супер, мне кажется. В общем, это видео подошло к концу. И спасибо большое, что вы досмотрели до конца. Мне очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал, потому что совсем скоро там 1 000 000. Давайте уже скорее его добьем, а то очень уже давно уже не могу, да, перебороть этот порог. Кстати, у Геры вышло очень крутое видео. Смотрите его по ссылочке в описании и объясните, что. Да, там свидание с Евой. Я устроил свидание на вертолетный. С вертолетной площадкой, с вертолетом, но один блогер, Егор Декстер, его испортил. Так что смотрите. Смотрите, как это все было. Ну, а с вами была я, Ева, я и... Я Гэри. И Марк Макар. Мои мальчики. И мой Гарем. И всем пока-пока. Пока.